Здравствуйте. Краткий обзор с тем, что мы ремонтируем каждый день. Ну и на чем у нас тут стоит Grand Starex где-то 2020 года. Кучу ошибок, дымит, заводится долго, не едет, не реагирует на педали. В общем, электрик разбирается, там очень много ошибок, там нет, очень много. Разбирается. Тут следующий i40, ну, как обычно, задняя подвеска, замена цилиндроков, рычагов. Уже заканчивает, делаем сход развал. Дальше Grand Starex приехал, биение при торможении. Проверили тормоза, поменяли диски. Суппорт левый под замену. Резьба кончилась в скобе. Ждем суппорт, будем менять. Дальше у нас Sonata стоит. Клиент захотел поменять диски, суппорта уставили какие-то, поставили побольше, теперь не могут подобрать диски, то диаметр больше, то меньше привозят. В общем, пока оставили старые, не те привезли, будем ждать, пока клиент привезет новые, ну, другие какие-то, чтобы подошли. Эти не подходят, там выпирают из колодок. Ну, в общем, вот так вот. Здесь у нас Санта-Фе, замена прокладки ГБЦ. Ну, здесь ГБЦ в сборе новые, вернее, ГБЦ новые, да, двигатель HB 2.2, ну, легендарный, то есть давило антифриз в расширительный бачок, сняли голову, она там вся в трещинах, в общем, меняем голову, ставим новые прокладки, заодно все это дело моем, ну, уже финальная стадия, собираем. Здесь у нас Kia Sportage, поставили мотор, сейчас Алексей будет его прошивать под Евро 2. Там что? Там висит у нас i40, плановый ТО, замена рычагов, масла. Здесь у нас Grand Starex, приехал на замену турбины, уговорили померить давление масла. Давление масла оказалось там 1,6, при нормальном там около 2. Вот. Не знаю, сейчас согласовываем с дядей поддон, посмотреть, что в поддоне, есть ли целесообразность менять турбину, чтобы не загубить новую. Ну, как-то вот так. Обязательно, да, это надо сделать? Ну, обязательно надо мерить давление масла, конечно, потому что турбину новую сейчас, они скажут, новую турбину поставили, а что ж вы нам не предложили? Мы обязаны были предложить, ну, то есть отрекомендовать замер давления масла. Вот. Здесь у нас АХ-55. Тоже приехал, дымит. Сняли форсунки, отправили на стенд. Также увидели масло в развале двигателя. Будем менять корпус масляного фильтра. Уже все разобрали, турбину сняли, все. Алексей у нас занимается. Вот, ждем запчасти, вот привезут, будем собирать. А также у нас есть кузовной цех. Давайте посмотрим, что происходит здесь. Здесь у нас происходит, Игорь вклеивает лобовое стекло после покраски крыши. Вот это старое лобовое. Вот, срезали аккуратненько, врезаем новое. На стапеле стоит Солярис. Там ДТП в заднюю часть, замена произошла. Замену произвели фартука, усилитель, все это дело вот поменялось. Будет тоже красить. Павел у нас полирует машину. Конечный результат скоро будет готово. Вот. Ну, уже почти все, на финальном этапе. Здесь Hyundai Tucson. Тоже ремонт заднего левого крыла, крышки багажника. Вот, тоже, ну, сейчас будет красить, уже, наверное, все подготовили. Вот. И осталось немного, и все будет готово. Ну и вот камера сушки у нас, тут АХ-35 с покраской заднего крыла. Ну, вот, не знаю, загрунтовали, покрасили. Покраска, наверное, какой-то слой, без лака еще пока, мутный такой. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Счастливо!